الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Так же, как мы изучаем иностранный язык, английский или французский, наряду с родным арабским. Когда жители Нигера хотят интеллектуально развиться, они обучают своих детей арабскому языку. Эта школа в республике Нигер состоит всего из двух классов. Третьего нет. Несмотря на это, школа обучает арабскому и французскому языкам. То есть языковая школа, машалла. Мы пришли в нее утром, чтобы повидаться с учащимися, но не нашли в школе ни одного ученика. Где все ученики? Они забросили школу. Почему? Я не думаю, что из-за того, что повысилась плата за обучение. Нет, они бросили ее из-за воды. В тех местах ребенок выходит ранним утром, несет на голове канистру и приносит воду из колодца, который может находиться на расстоянии 20 километров. 20 километров идет пешком, идет целый день. Иногда идет с родителями, иногда один. Когда же ему найти время для учебы? Каждый день дети приходят сюда, чтобы набрать воды и отнести ее к себе домой. Они не ходят в школу, не учатся и не получают пользу от обучения. Их работа заключается исключительно в том, что они приходят сюда, берут воду, после чего возвращаются в свои семьи. И так постоянно. Поэтому для учебы в школе они определили один день в неделю. В неделю ученики ходят в нее только день или два. И в тот день, когда мы пришли, учебы не было. Поэтому-то нам и не посчастливилось увидеть учащихся. Что касается Сомали, то однажды, когда мы проезжали по безлюдной местности, мое внимание вдруг привлекли трое подростков, которые шли одни, держа в руках книги. Куда они шли? В школу. Такое расстояние они ежедневно проходят ради школы? Меня охватило любопытство. Я захотел узнать, что такого особенного в этой школе. Я пошел туда и посмотрел на нее. Это была обычная начальная школа. Это та школа, в которую они шли. Они ходят до нее в течение нескольких часов. Это практически единственная школа в этом регионе. И эта школа работает уже 50 или 60 лет. Еще со времен английской оккупации. В школе учится примерно 181 ученик. Есть два туалета, которые стоят далеко от школы. Школа не обнесена забором. Когда ты находишься на территории школы, мимо тебя может внезапно пройти стадо какого-нибудь скота. Мы стояли у школы, и вдруг сюда зашло стадо. Вот пасется отара овец. Как будто это что-то обычное и естественное. Там было не одно стадо, а разные стада. То овец, то ослов. И все это посреди школы. Я думал, что те подростки — единственные, кто преодолевает такое большое расстояние до школы. Но оказалось, что многие ученики находятся в таком же положении. Есть даже те, кто младше, а до школы ему идти дальше, в том числе девочки. Эта девочка из Сомалиленда идет до школы 2 часа. Как тебя зовут? Линда? Машалла. Господи, сохрани Линду, иншалла. Да сохранит их Аллах. Когда человек проводит в пути 2 часа, он устает. Посмотри на их терпение. Дождевые воды собираются в баки, и они стекают и накапливаются здесь. Люди хранят воду в этом пруду, и отсюда пьют все ученики школы. Помоги нам, пожалуйста. Пьют эту воду, которая на самом деле не кажется мне чистой. Внутри плавают муравьи. Еще что-то маленькое, не знаю, что это. Насекомые. Да, насекомые. Есть насекомые. Причем муравьи еще живые. Ужас, что там внутри? Я предполагаю и почти уверен, что если бы ты увидел эту воду, то не захотел бы помыть ею свою машину, не говоря уже о том, чтобы ее пить.
Этот город называется Ар-Риса. Он известен в Сомали тем, что его жители любят учиться и многое претерпевают на пути получения знаний. Этот город выпускает в Сомали наибольшее количество учителей, которые потом преподают в других школах страны. В целом, мусульмане Африки мечтают о школах, в которых они бы могли учиться, особенно тому, что касается их религии. Если появляется школа, ученики буквально набрасываются на нее. Один раз, когда я был проездом в Танзании, я услышал, как дети хором читают Коран. Машаллах, эта школа представляла собой одну комнату, и в нее ходят дети жителей этого района. Также там были дети маленького возраста. Что касается беженцев и переселенцев в Африке, то у них другая история. Эти люди бежали в республику Чад в поисках безопасности, и первое, что они сделали, основали школы по изучению религии и заучиванию наизусть Корана. Аллаху Акбар. Хотя у них самих нет ничего мирского, они оставили всю дунью, переселились и бежали, чтобы спасти свою религию и собственные жизни, и при этом они настаивают на образовании. Даже если они не могут найти бумагу, книги и тетради, они пишут на деревянных досках и кусках картона. Как только они смогли укрыться здесь, они собрали детей и провели урок по заучиванию Корана. Беды, несчастья, убийства, лишение крова, голод, но они все равно хватаются за изучение книги их Господа. Как только они прибыли, они сразу же провели урок по Корану. У них есть такие простые дощечки. Ты нам прочитаешь что-нибудь? Уважаемый брат, уважаемая сестра, когда ты сталкиваешься с трудностями в учебе, будь то в твоей жизни или в жизни твоих детей, не преувеличивай их. Не преувеличивай их в своем сердце, пока не увидишь трудности, с которыми сталкиваются многие из тех, кого испытал Аллах. Тебе же Аллах дал благополучие. Они мечтали бы иметь хотя бы четвертую часть того, что ты имеешь в жизни, а ты и не знаешь об этом. О Аллах, благослови нас в том, чем Ты наделил нас. Сделай нас благодарными Тебе, много поминающими Тебя и кающимися перед Тобой. О Аллах, научи нас тому, что принесет нам пользу, и даруй нам пользу посредством того, чему Ты научил нас. И прибавь нам знания, о знающий. О Аллах, поистине мы просим у Тебя полезного знания, благого удела и дел, которые будут приняты. О Аллах, прими от нас наши благие деяния. О Аллах, возвысь наше положение, прости наши грехи и сделай нас одними из обитателей высшего Фирдауса. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.